Это было очень долго, я заколебался. Кто он был? Мальфой. Кто? Друид, короче. А-а-а. Ну, они всегда слоупоки. Он очень долго думал. Он продумывал тактики, ходы. На самом деле у него норм получалось. Ну вот видишь, он гений был просто. Особенно норм, когда он забывал завершить ход. Это была его план. Это было очень долго, я заколебался. Специально, чтобы ты сдался. Кто он был? Я был близок. Друем, короче. Его тактика, равно они всегда слоупоки. Так, чё? Я сыграю против тебя своим сильнейшим персонажем. Ты чё, упоролся, что ли? Книжником. А, круто. Он лучший. Лучший. Я, кстати, им сейчас играл. О, как так? Я, кстати, им 4 из 5 выиграл. Нифига у тебя там серия. Ну, потому что с лахами играю. Я вообще, по-моему, ни разу не выиграл еще даже. Что сеть? Чу? Понимаешь то, что я его же выбрал? Нет, ты не мог. Нельзя сражаться так. Почему? Не знаю, это не круто. Что за говно? Чё ты как-то медленно? Ты чё задумался? У меня, походу, немножко подлагивает. Ага. Потому что включён стрим. А, справедливо. Я не знаю, какие карты оставить, короче. Все у вас. Все у меня, в общем. У меня тоже говно. Причем как-то совсем. У меня что-то как-то... Что-то подставило. У меня пришло еще хуже, обидно. А, ну как обычно, ну ладно. Что интересно. Ну что это, блин? О, да. Можешь, короче, сдаваться уже. Я сорендер. Страшное существо вообще. Как мне его убить вообще? Или никто нам призвал? Нет! У меня же нету Насоса. Все очень плохо. У меня нет карт. Все очень плохо. Ну что? Твою мать, я забыл! Красава! Ты вот такой просто. Да, бывает. Реннингтон заснул. Я призываю Вуконгу. Чего? А? Вуконгу П. Лах. Сейчас закерит просто соло. Сейчас вообще тактика попрет. Хай левел. Вообще. Жизнь отводом самоубийц. Сына. Да блин, чё за нахер? Нет. Одни звери, у тебя что, колода на хантера, что ли? Нет, просто только они и пришли. Ты походу попутал. Так, ну что мне делать? А, я... Давай, ну что это? Сами себя убиваем, короче. Ну нет. Нет! Тактика. Красавец. Ты смел вообще. Не, ну чё нету пиздюка, который мне нужен? Он тебе не нужен, на самом деле. Возможно. Ах так, ну ладно, короче, сейчас убью. Да ты чё, суицидом занимаешься? Нет! Это моя карта. Я им всегда суицидом занимаюсь. Чем очень долго.
пушка, у него есть козел. Да 50, что за говно приходит, что-то мне не везет сейчас. В основном всегда все лучше. Так. Ну и что делать? Сдаваться. Такой вариант возможен. Ну окей. Это лучший вариант. Нет, у тебя демоны есть. Почему у меня нет? Это пиздец вообще. Все, бойся. Нет, нет. Куда ты его кинул? Ну блин, что теперь делать? Ну ладно. Так что. Я очень плохо. Я не люблю огров, поэтому. Огр было печально. У меня такого нет. Я обижен. Не, ну так неинтересно играть. Чё за нахер? Не, реально пипец. В основном всегда все было лучше. Чё-то... Да пришла говна какого. Ты опять мух бьёшь. Читы, короче, прописал. Ну куда они? Улепив тут не нужно. Да это скорее Тиберс. Оу, ну, а где Венни? Не хочет идти, короче. Суетится и все нормально. Что же делать? Мишку убил. Он не достоин был жить. Я, короче, что ж суицидом не может. Так, короче. Какая-то у него печальная способность. О, все, Педрило пришел, который мне нравится. Сейчас все будет. Да ладно, Педрило очень силен, смотри, бойся. О, да. Стой, он один? Я думал, у него так есть. У него она была, его поменяли. Типа, сейчас в обновлении. Я ж помню, вчера играл за него 1-1. Да, я, кстати, был очень расстроен сегодня. Я уже расстроен. Замечаю. О, нет. Это читер сказал. Нет. Чё? Он усилил тебя. Страшно усилил, давай. Очень плохо. О господи, пестрый. Нихера ты тут нахерачил. Так. Вообще опасная штука. Мне её втиснуть некуда было. Тьфу, я дурак, накосячил тут, ну да ладно. Что это? Да сколько у тебя демонов в колоде? Куда столько много? Убери их всех. Всех сейчас, окей. Назад. О, я знаю, что я сделаю. Готовься к самому сокрушительному оружию. Да, я представляю, что это. Я серьезно причем. Итак. У меня тоже есть, я его хотел как раз использовать, но не удалось, забыл. Неужели это оно? Хотя... Короче, вот. Ах ты. Так, мне надо подумать. Повторяем, короче. А, ладно, короче. Суицид, поехали. Вот это мощная вещь. Пока, короче. Не,
не понравились твои карты. Печалька. Ну, теперь я опять в ступоре. Не знаю. Это паладин, бери у вас. Да он меня вообще бесит. Да писец. Человек-то не идет. Да у меня шкавот говно. О, нет. Да. Сейчас все будет. Ну что, это читер, что просто. Вообще бесит эта способность на самом деле. Я понял, как отвалил. Все очень хорошо у тебя, по-моему. Все, пацанчик, стакай. Блин, мне больше нечем атаковать, что за бред. У тебя там заклинание для хирища. Придется сенсивить. Ну, как интересно вообще. За суицидишь, что ли, ни хера, мне нафиг надо. Ну, окей. Нет. Ну, окей. Куда ты гномов сразу столько? Нельзя так делать. Ну, все, теперь я ступор. Ну, все. Нешка. Да куда ты эту-то вытянул? Я раскрою. Надо выкинуть эту карту из колоды вообще. Что же делать? Как ты смел? Почему именно она? Помешала я отомстил. Ну все, я теперь точно в ступоре. Убивай всех. Я же пошутил. Что за дерьмо? Я все, я так не играю. Не хватает. Как круто мне. Шатай полный. Все как-то странно. Да все четко, ты мой единственный козырь взял. Я не пойму, как дальше тебе ходить. Никак, у тебя там он куча целая. Ты лишил меня возможности убить тебя.
блядь. Если у тебя нет провокатора, то ты проиграешь. Сразу как отказ. Нет! Как? Ты не мог. Ты меня подставил. На читерскую легкую. Да я по-любому проиграю, я же говорю, ты мой козырь единственный уничтожил. Да, он, у меня карта 4 штуки осталась. Да. Что же делать? Ломай меня полностью. Жизнь полностью не получится. Ну ты обязан это сделать. Волчар убил как ты мог. Что творится? Чувствую, просрём сегодня. У тебя есть шанс. Сколько у тебя этих провокаторов? Ну блин. Ты знаешь, что я хочу тебе сказать? Ты выиграл. Нихер. Как ты мог просрать? Сейчас не повезет. Походу повезло. Не. Да что у тебя за карты сильные, я так не играю. Да нет, я все равно выиграю, мне не хватит. Тебе придется суицид походу делать. Так. Что же делать? Это читерство. Да, один КП. Я выживу, если ты не убьешь меня. Только не говори мне, что у тебя рыбок. Нет. Я печален. Печально слишком. Че? Это будет слишком печально, если у тебя сейчас какой-нибудь ОП существо. Нет. Я могу сейчас засуицидиться, ты выиграешь. Выигрывать, короче. Ну вообще грусть. А, мне-то карт больше нет. Я... Ну что это у нас? Он устал, короче. Надоело, решил сдохнуть. Все правильно сделали. Отличная битва была. Ты уделал фигню, которая уменьшает стоимость. И не выиграл, как ты мог. Потому что все, у меня в основном все соперники в ужасе, когда я уменьшаю их стоимость и кучу наставлю, все, все сразу даются. Это единственный козырь. Не хотел сдаться, но я решил уничтожить все. Ну все, у меня вообще нет больше нормальных кого. Чё, я вообще заблудился. Где я вообще? Блин, у меня вообще печальная колода за остальных, так ладно, теперь твоя очередь выигрывать. Нет, я 100% выиграешь, у меня херня на дне. У меня, по-моему, чернокнижника самая сильная. Что странно.
время ожидаю. А, это тоже, наверное, типа обновление кого-то. Я так и знал, что это Андуино. Я хотел тоже его обновить. Ничего не менял. Вообще норм. Тебе норм, не отвлекай сразу. Какие же у меня тут говно карты, я даже не помню. Что тут лажа какая-то. Да, легендарка. Галаксис. Да, как-то. Галаксис, значит. Тут так мало разбить. Ну, я, короче, начало, как обычно. Темный во всех порогах? Не знаю, по-моему, да. Этот ящер опасен. У меня карты нет нифига, у меня все в основном обычные. Не нравится мне твоя изобретательность. Они ОП. Кстати, тоже уменьшили, было две. Я, кстати, тоже опечалился. Что-то нерфят дико всех. Решил бы занерфить все карты. Ну что это? Вообще мощно. Пиздец, нечего больше. Остаемся. Отхиль меня, пассив. Полностью? Стреляет она тут. Ну что это? Мне не нравится этот ящик. Ящик разошибись. Ну что такое вообще? Сейчас погоди, на какая-то карта непонятная пришла. Что там это такое? Опасность какая-то. Не выкидывай ее, да. Не буду. Все просто за контр у тебя страшно. Что же делать тебе? Чё такие все слабенькие? Я так не играю. Сейчас меня анти-законтрит. Анти-контр-пик. Страшно дамажишь. Урон вообще. О, короче, сейчас затралю. Как ты снял? О, нормально. Что это? Прикол в том, что мне нечего больше. Окей. Бойс. Здесь урон, короче, залечил. Все сделал правильно. Как тебе бывает? Блин, я не хотел его. Что это такое? Куда он исчез? Что за бред творится? Ну и ладно. Ну пиздец. Огры, они тащат. Я их не люблю, но они тащат. Это что такое-то? Сейчас, погоди, я просто чего приходит, даже не знаю. Нормально ты играешь. А то... Чё всё такое слабое-то? Жесть. Я могу 11 урана за один ход нанести, не знаю. Круто. Ну что это? Убери его. Ну? Да ну! Хватит хилиться, это читерство. Не читерство, мне делать больше нечего. Одну проблему. Все равно это читерство. Как я им еще выиграл? Да иди ты нафиг, как ты смел. Я не люблю медведей. Все, сдаемся, это не отхилит. Эх, печаль. Там задумывался как. Потому что я в печальке. Лол. Еще один медведь. Насколько мало. О, мало. Это опасно.
кабанчик затащит сейчас. В соло. Какого хера? Все спланировано. Мне серьезно интересно, у меня есть хоть одна нормальная карта? Как я играл? Почему меня выкинуло? Зачем ты убил моего кабанчика? Он меня бесит. Чего, медведя убил? Можно сдаваться, чувствую. Я сейчас спокойно выиграю. Ой, ушибись. У меня все-таки есть хоть одна нормальная карта. Да и не буду. Все правильно так бы делать. Вообще бред. Сдавайся. Сейчас так и сделаю. Что? Вообще тактика страшная. Еще и вижу. Так тактика, короче. Да вообще говно, я тут не играю. Можно сдаваться? Супер поп. Я просто не знаю, что делать. Идиотизм какой-то. Мне вообще ходить нечем. Я что-то не пришло одних заклинаний, я в ужасе просто. Заклинание! Вот фигня! Это достойно. Ну ладно. Чё? Ладно, это бесполезно. Нифига себе. Ты читал мое описание? Читал, но в данном случае оно бесполезно. Стоял. Ну почти. Сделал, я дурак. Я тупо зафейлил ход. Бедная ученица. Сожрала змея. Нужно было жертвовать. Ну, кому стреляют. Да это просто трындец какой. Вообще просто яростно ведет. Так как мне смачно везет, можно и почитерить. Не знаю, это единственный возможный вариант. Ты его согнать спокойно можешь. Я про это. О, хер. Да, все понял. Жизнь был. Офигеть, и что мне с этого хило? Thank you everywhere.
Твою мать, мне не хватает маны, короче. Не рассчитал. Это было слишком. Слишком что? Слишком опасно. Ты не можешь так играть. Чего? Действовать. Как раз маны хватает, отлично. Это была тактика на ведь. Ну нахера себе. Армию пожал. У меня нет карт, все плохо. Все потратил. Ну что? Нет! Ты как ты это делаешь? Ну блин, вообще отлично, мне везет с картами. Лучшая карта в мире, по-моему. Ну что мне делать? Какой меня полностью? Я тебя не убью, по-моему. Одного можешь. О, ну да. Стоило того. Терять всех ради одного. Так. Я вообще невероятно круг. Давай. Нет, но помажет страшно. Это самое опасное. Умри. Умри. И ты умри. Как-то не удается. Учись слишком, как. Ну все, короче. Я проиграл. Ну да, на самом деле я действительно проиграл. Потому что у меня карт нет. Это мой. 12 хп. С одного удара, короче. А, ну ясно. Можно сдаваться, да? Сдавайся, короче. Чё за нахер? Сосай. Чё за... Это чит. Ты мне ещё поугрожает это. Да! Я ждал тебя. Каска. Ты мне не представляешь, как я долго ждал эту карту. Я забыл про нее. Да. Это было читерство. Мне повезло. Сейчас все будет. Ну. Оу. Секретное оружие. Так. Воу, парень, полегче. Нет! Не надо ходиться только. Все, что угодно, а не все. О, класс. Поход тебе пошло. Вполне неплохо. Нет. И все по герою. Ну да, я так и задумал. Вот, нет. Самое главное, ты что не по волку. Ну дамажу, нормально. Дамаж, о, да. Слушай, я вообще нормальный везучий парень, короче. Тебе нельзя, парень. Не. О, я забыл про это, спасибо. Ну что? Че? А, точно. Нет. Куда? Не, ну что это? Ты ее опять выиграл? Окей. А, карта, которая сокрушит меня. Просто самая опасная карта. Я боюсь кабана. Кабан убьет все. Ну-ка заканчивай бить. Не? Ну да. Все кончено, короче. Ну все. Теперь у тебя вообще нет шансов. Ты слишком оп... Нет! Как ты смел его призвать? Эту карту, она священная. Ну что вот, кабанчик убивай, давай. Сейчас все будет. Убей кабанчик. Красавец. Ну что это? Я так не играю. Я забыл.
Ну все, я не пройду. Ты можешь даже не пытаться, по-моему. Ну что? Ну! Слишком точно карта. Меня спасет только одна карта, но она не выпадет. Все плохо. А, ну да. Лучшая карта, которая могла бы быть, по-моему. Ты никогда меня не победишь, короче. Все, где? Окей. Скажи мне, что у тебя песик холодит сейчас. Песик? Нет, песика нет. Из-за этого песика, да. У меня, по-моему, вообще песика здесь нет. Не песик. Карту на стол, красавец. Я затащу, короче. Ну все, ты не победишь. Убивай нагу, короче. Сейчас все будет вот так. Что это? Я сохранил жизнь своим бойцам. Все плохо. Ты ОП слишком. Что-то не идет, короче. 13 уровень, по-моему, готов. Ты же играешь лалками, не идет у него. Да это не лалки, это АПшные, ребят. Меня за них вообще даже колод нет. Это норма. Короче, ставлю, все. Это самое сильное, что можно было. Даже сильнее, чем на книге. Да, я знал, что ты Роксаром будешь играть. Мне больше некем. Я знаю твои возможности. Да, ну да. Три карты, которые вообще не нужны. Это норм. Против утра невозможно играть. Он слишком читерный. На мне колода тут нищенская просто. Что будет? Да так. Бля, я сейчас осознал, что зверей у меня не очень много в его. Ну это пока. Это что-то левые какие-то там бесит у меня. Это Роми. Шоу вот. Ну что? Ну. Ого, у меня нет такого. Да ну. Он левый. И он мне всегда приходит в начале. Просто почти, наверное, в 90% игр я не знаю почему. Оставайся. Я подумываю об этом. Сейчас все будет. Ну что это? Не попахнуть, короче. У меня какая-то карта, которую я первый раз вижу. А, ну норм карта. Задолго. Буду бить тебя, короче. Сбиваешь меня полностью. Я ничего делать. У тебя есть гном под кинжалом. Я погоди, мне дам всякую гном. Да? С кем разговариваешь? Угу. Подождать? Я сейчас. Ну что, тебе еще носить, сука? На второй черт. Не знаю, как хочешь. Макароны? Ну давай. Хавай, короче. Ты не мог поступить со мной. Ты слишком хитрый. Не стоит.
Хотя я рассчитываю на это. Ах так. Я тебя просто забейтил. О, да. Чё? Да. Ну, чё-то как-то... не круто. Тебя ж там щитов всяких читерных дофига, о господи, убери. Он мне понравился. Задолбал. Хочу добить тебя. Новая тактика. Чудесно. Не стоит сдаваться. Против ультера всегда стоит сдаваться. Ну ладно. Карт потерял из колоды. 4. У меня тут сложный выбор. Я даже завис, что. Чтоб все три более-менее нормальные попали, что странно. Теперь две из них вытянут, а возьми отрали. Я раздумал. Мне не нравится. Ну что? Все. Вообще типа. Лукон. Лукон слаб. Он просто без палки. Просрал. Нуб. Ну да в жопу это убери его. Они меня раздражают. Вообще бояться стоит. Нет? Он бьет Луконга, ну все. Стоит бояться. Разогнался, мудил. Варвик тащит. Дарьян одобряет. Дарьян вообще мощный. Давай с ведьмой. О, нет. Зачем ты Дарьяна завалил? Я не Дарьяна завалил. Дарьян завалил. Дарьян так... не завалить. No. Ну и чё за говно? Миша. Миша, это опасно. Миша, стой. 7 урона! Да как так? Слишком ОП. Вера себя, что вообще был такой? Вот. Тебя просто. И что это такое? Ну так так. Ну так как-то не очень на самом деле. Я не знаю, кто мне призывает. Ладно. Ну что? Ну что? Задамажил. Яростно, просто. Ничего себе. Я так не играю. Чё-то слишком ОП сдаваться будет. Чё-то так ОП, что всё заканчивается. Колодец он очищает. Если я знал, что её надо было убить. Я просто тебе говорил, а ты... Серво сдох. Всё, у меня пришла самая нужная карта в этот момент. Нет, пёсик вообще левый, он меня бесит. Он сейчас бы не нужен мне. Ладно. О, опасно. Только не пса. Это самая пошлая комбинация. Ну ладно. Окей. Испробую новую карту. Пиздец, короче, хрустогрызы. Давай, как тот пацан, атаку мне увеличь. О, повторю, ну как так? Мне она нравится. Это ты страшный будешь.
почему меня больше всего прилетело? Ты мне не нравишься, короче. Трогай гребаного, кто он вообще? Хрен знает, что это такое. Черепашка. Это серьезно, черепашка. Черепашка была убита. Меня бесит эта стерва, что она еще жива. Я тебе говорил убить ее, но ты не послушался. Что-то я опять в пещерке. Насколько у тебя медведей это было? Медведи зашибись. Вот он, смотри, волчком. Придется использовать еще одно секретное оружие. Что за дерьмо? Что-то я не знаю. Ладно, надамажим, короче, страшно. Сломает, короче. Давай. Спасибо. Хорошо. Что, сейчас хавать буду заодно? Играть хавать нормально вообще. Что-то еще никого не гукнул. Че это за нафиг? Да. Гребаный лень. Она не умрет, да. Ага, надо, даем. Ну, это Мишка срай. Сейчас ОП будет, вообще бойся. Смотри. Где? Так, это что? О! Ну, слушай. На, до свидания, короче. Я в раздумье. Я хочу убить стерву, но не... Убей стерву, или она убьет тебя. Зря ты так поступил. Стерва будет мстить. Нет, сейчас. Ага, хорошо. А, что-то я забыл. Давай, короче. Ты слишком хочешь на какой-то. Ну то, умею. Все, надо ужас. Ослабил девочку. Ты все равно меня убьешь. Эй, волка. Волка бей. Мне все равно как. Хотя ты пал. Ах, тебя все равно убьёшь. За-за. Ты слишком опаешь, я не могу тебя убить. Блин, как вовремя скучно. Я таки очень везуч. Ну и так на всякий. Как это исполнить? Короче, нага тебя отомстит. Спасибо. Ты так и не убил стерву. Ну не нафиг её. Она жива вот. Она отомстит. Всё, мне больше не кину играть. Ты выиграл мне три раза. За-за-за. Мне играть больше неким. У меня только три. Пацана. Блин, а что делать теперь? Ока. Да нет, это нереально. Ты лучше моих пацанов. Грёбаные грёзы. Поменял карту, пришла та же. Это норма. Что-то затравили сильно вообще. Блин, ну короче, начинается, как тогда.
Смотрёшь. Ренектон, короче. Бери его. Нахер мне делать? Ломать. Ну вот сейчас будешь его ломать. У нас новость здесь. Стерва она, везде. Не, серьезно, я сейчас могу начать, как тогда вообще точно не буду. Все, надамажил страйк. И смей хилить 8. Че? Крокодил радуется. Чё-то пиздюков нашло страшное количество. Сейчас еще будет вообще ужасный дамаг. Да. Ну что? Я зато щит пробил. Занерфите его, плиз. Ренектон ТОП. Вообще. Куда это? Ренектон братью не призвал. Так это не нас испокоить. Ну ладно. Ладно, 6 урон нанеси. В тебе не. Логик. Да писец. Это контрпик. Ренектон в печаль. Поставил братюни. Так, все очень плохо. Я это и хотел на самом деле. Ты что-то игнорируешь, стерва. Да она мне бесит. Зря я сделаю. Что это за карта? Это странно. Еще что-то левое? Крокодил обиделся на стерву и, короче, игнорирует. Еще одна. Ты так несчастный вообще. Убери этого лугу, меня бесит. Он чмо, пусть дамся. Он сидит, короче. Что за говнище у меня есть? Блин, что-то много говнищ. Нет. Нет, тоже нет. Не ври, возможностей вообще мало. Наоборот, фиг знает, что выбрать. Ну что это? Да говно. Просто нечего мне. Сейчас еще. Еще вот так вот головой. Не знаю, как они четко по бокам стояли. Блин, меня бесит, короче. Че это, блядь, было? Это было опасно. Это было как-то неожиданно. Стерва погибает. Смерть рад. Все, демон радуется. Добить стерву. Хонор ему. Так. Да чё? Да ёп. Ну все, я опять вступил. Да, в любой непонятной ситуации был двое медведи. Суицид, давай. Да, чувствую, сейчас так и сделаю. Вот. Собрал,
Да сдавайся ты лучше. Ну да. А сейчас пока зашло. Зря на Мишку полез. Они мне не нравятся. Вообще не боюсь я природы. Природа та что. Что-то у меня, по-моему, опять непонятная ситуация. Непонятная ситуация. Тебе в кошмарах снится будет. Мне надоело. Огры? Это опасно. Ты же их не любишь, походу, огры ужас. Ну зачем это? Зачем он был огр? Вообще говно. 8 карт собрал, нормально. Не, оно вроде не все говно, но ходить вообще нечего. Ну нормально, логика четкая. Что это? Убери. Да куда ты идешь? Ты слишком опасный, да? Особенно левый, да? Вообще монстр просто разносит. Да, он ваншотит просто. Ну, кстати, он сейчас реально с ваншотит может. Да. Зачем? Ну зачем так много? Ну, я так не играю. Так, сейчас читерство пойдет. Я так тоже не играю. Это грустно. Затралил просто. А, да запиши в одну. На самом деле нет. Ой. Ничего себе. Давай завершай такие дела. Это ж пиздец. Все, короче, я сдаюсь. Ничего себе, Маукай раз видели. Раз видели просто. Ваншоты. Адекери Маукай. Какой прям столок видео. А, ну да, помню. Ну вот. Так что все, фанаты. Блин. Летели. Я пытался... Молкая законтрить хоть как. Законтрил, как про. О, господи. Да все, блин, боец. Мощный.
меня там пиздец какой-то. Так нечестно. Ну что? Придется жертвовать Маукаю. Ну да, по крайней мере, мой план сработал. Все, бойся. Убери его, нет, я сдаюсь, все. Если вы хотите провокаторы. Почему они всегда возникают тогда, когда у тебя мало хп? Это знаешь что? Ну так неинтересно. Черепаха надамажила. Сваншот мой. Лол. Да что это, иди ты нафиг. Он мне вот как раз только сейчас пришел. Так. Суицид, короче, делать. Сейчас это самое время делать. Ну почему ты ему прибавил? Нафига ему эти две нужны? Ладно, все, бежать, короче. Печаль. Я закончу с тобой. Не, промахнись. Пацанчик. Все, бес вообще нормальный парень. Вот это я сейчас захейлю. В смысле? Очень странно захейлю. Че творить? Хотел че добить папа снайп, не получил. А? Хотел не пафосно добить. Ну ок. Первая победа, я вот так. Нет, восьмой уровень, круто. Восьмой? Да. Ну-ка, надо кое-что подробнее оставить. Да, я не могу найти из Хардстоуна. Мне нужно пробовать новое.